Ну, давайте традиционный комментарий по матчу. Ну, естественно, неприятно проигрывать, пускай это и «Динамо» Минск. Мы готовились немного к другому результату. Ну, что получилось, то получилось. Будем разбирать, будем делать выводы. Хотя второй тайм по игре, по смыслу, что мы хотели видеть, более получился, чем первый. Первый девчонки испугались, будем так говорить, авторитет на них давил, команды соперника и ихних игроков. Но в этом и заключается наша работа, что будем им больше уверенности придавать. Ну, для девочек все равно это был хороший матч, ну, в плане опыта. Какие вы еще, может быть, хорошие выводы сделали по итогам? Ну, нет, конечно, лучше такие игры, чем больше игр таких будет, где можно увидеть и ошибки, где можно и увидеть хорошие моменты, чем забивается много голов. Ну, и бывает и там полезно, и тут полезно. Но чем больше таких игр, тем лучше. Ну и, наверное, было пенальти, которые не реализовали. Что вы по этому поводу скажете? Ну, вы знаете, одно дело бить пенальти, когда там 10-0, 8-0. А когда надо брать ответственность на себя при таком счете, в таких матчах, это надо иметь смелость. Вот еще раз говорю, вижу свою задачу, чтобы девочкам вселить уверенность в своих силах. Спасибо большое.